Vamos. А, черт. Значит, вернусь, когда стемнеет. О, мерда! Come on.
Клара, на сахарном заводе полно сальдадос. Да, теперь там измельчают табак. Это важный этап в производстве Вивиру. Мы напали на завод, но один из наших бойцов попал в плен. Попробую помочь. Не спрячешься. Была.
Здравствуй. Здорово. Сюда, дружище. Ты поможешь нам? Есть для меня что-нибудь? Дани, отмечаю на твоей карте зенитку. Разнеси ее, ладно? Грасиас. Надо аккуратно. Адиос. Вижу медика.
Ну что? Дани, когда мы видим КПП, мы от него избавляемся. Для тебя как раз есть один поблизок. Чоризо, сюда! Красавчик! Солдаты на одном КПП успешно отбили все наши атаки. Дани, нам нужна твоя помощь с ним. Спасибо. Отправили припасы в точку у бухты на побережье. Как слышно? Слышу вас. Мы выдвигаемся. Это что, посылка? Для меня? О, как мило. Thank you.
слишком медленно. Это мое, Кома Мьердас. Тут нужна осторожность. Выходи! Ну, привет! Дани, ты просто красавчик. Конью. О, стрёмно как-то. Что за хрень?
я ничего не сделаю, клянусь! Я знал, что... Так, что это тут творится? Посмотрю, что это было. Интересно, что в колодце? Дверь открывается с помощью пианино? Что за хрень? Но почему я все время оказываюсь в странных местах? А, крысы! Твою мать! Ола, Омбрас!
Надеюсь, там будут хоть какие-то ответы. Святилище. Алуба воды, жизни и справедливости. Она бы нам пригодилась. Остался всего один идол. El sol, los platillos relinchan metiendo flow. No sé cómo va a pasar. La gente no confía de eso, no. Si los chicos ya están moviéndolo, las caderas soltando, las piernas moviendo, parece que fuera levitando. Hoy me rasco, hoy me rasco. Se lo juro por Juana que me rasco. Sírvame pipí, lo guarrecho, mi curao, que estoy que ni un peso valgo. Perdón, ya voy a tomarlo con calma mejor. Que un solo día con amanecía de los 15 días de viento mi con. Y como no quiero preocupaciones, que mi gente de afuera se chante. Métase en medio y los brazos levante. Y si no sabe bailar, salte. 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 Thank you.
Все может кончиться очень плохо, если повстанцам не помочь. А! Не спать, Дани. Подойди. Кебула. Дани, отмечаю на твоей карте зенитку. Разнеси ее, ладно? Благодарю. Всех сотрудников уволили за то, что они вошли в кабинет менеджера? Какой коммерсант додумался ввести такие правила? И как мне туда попасть? Надо бы включить свет.
Тест на истинного Яранца? Чушь. Засыпался на первом же вопросе. Тут объявление. Трубы забились. Вот что случается, если всех уволить. Работало. Но вряд ли это все. Пинга затопила. Прочищены. Разберусь с электричеством. Черт! Паршивая смерть. Что в том офисе? Конья. Чхохонас.
Вот это трэш. Любовные письма к Кастильо. Фу. Молиться Кастильо? Чёрта с два. Ну, ты умерла, но не за Яру. ¡Viva la revolución! Пошла!
вырубить сигналку. Здорово. Будь поосторожен тут. Иди-ка сюда. Расскажи, что знаешь. Военные запросили сброс припасов. Доберись до груза раньше них. Спасибо. Грация. Пустяки. Опусти оружие. Я тебе что сказала? Ну, почти. Здесь меня собьют. Неизвестный
пилот. Идентифицируйте себя. Назовите ваш номер. Конью. Кто-то есть. Вижу цель! Ты прячешься. Специальное обращение эль-диссидента Антона Костильного. Наш вирус современный чип. Лекарство дарит радиационными страданиями. Но он был приносимый инфляция. Лекарство от социалистического рака, чуть не лишившего нас будущего. Вивиро — это прогресс. Вивиро. Гирильеро! Теперь пивоварня «Ракета» управляет Маркесом. Но прежний хозяин наверняка припрятал там что-нибудь ценное. Не теряем бдительность! Сюда, сюда! Не шкафаться! Выбегаю! Вижу цель! Ясно! С нами. Чудесно.
Конь. Я тебя вижу. Чё? Эй, ты тут? Радио Либертад. Маркес отрубила нам интернет, но Либертад вновь обретает голос благодаря радио. Правда, иранская связь портит мне всю малину. И куча лет пашет с этого... С 1993-го. Красные вышки, которые тут есть, в принципе, передают сигнал, но большинство сломано. Или отправляет сигнал не туда. Я отметил нерабочие, вот. Починишь их и покрутишь антенны, por favor. Ради нашей мечты. Мы расскажем иранцам правду! Я говорил, что люблю тебя, Дани. В твоем сердце живет мечта.
de hip hop, porque no te quede duda. Ando con la bendición de algo de la calle, porque sinceramente esto no tiene explicación. Cuando me siento escribir un poco micro, lo que le meto es candela pa' mí, que yo me monto como un dragón y no se para. Pa' aquí se te estará en la... su cara, su cara, la cabra de acampar en la comunidad de Cancara, pues más se confiará, si menos hablar habrá más. El bueno se... del hombre que vive en silencio. Pa' mí es tan fácil redactar este hip hop como para una actriz porno gritar alto. Oh my god. Tú no te vendes, pero quieres que te compren. Tu nombre no suena, pero quieres que te nombren. Parto a todos los Mickey que intenten meterme pie. Lo voy a dejar como un graffiti pegado en la pared. Y que se jodan los que tengan que joderse. Esto sí son pa' pensar y no pa' moverse. Yo soy de otro planeta, mírame la pinta. Que tú eres mejor que yo. ¡Ey, esa binga! Repítelo de nuevo. ¡Ey, esa binga! Nada de lo que hagan me envase que yo me rinda. Chet, money, money, chet, chet, pa'l silencio. Chet, chet, que se vendan los que tengan precio. Yeah, Inframundo Records, que se vendan los que tengan precio. Va para el urbano vaga, el prófugo produce. Que se vendan los que tengan precio. La revolución dentro de la revolución, neo. Que se vendan los que tengan precio. La cueva. И что ты отметил? Тебе сюда нельзя! Конь! Мерда! Эти солдаты здесь не встали. Антенна включена. Остались две. Черт. Thank you.
Gracias, Олуба. Вон наворотили. Ладно, Бичу, что ты отметил? Бичу, я у жилого дома. О, тамошние жильцы рессолят по полной. Они тырят электричество. Но одна панель управления накрылась. Из-за этого моя антенна обесточена. Por favor, заберись на крышу и разберись. Я отметил путь к комнате управления синим граффити. Вход заперт. Ну разве тебя это остановит? Конечно нет, Бичо. Отпад! Скоро радио Либертад принесет Яре свет правды. Энергии нет. Проверю провода наверху. Вижу разрыв. Эсперанса, готовься встречать радио Либертад. Еще одна вышка, и радио Либертад увидит свет. Давай, что? Вытащи меня! Gracias, mi socio. Ну и проблема. Так вам, твари. Бежим! Бежим отсюда! Эй, есть что рассказать? Вот здесь можно найти припасы. Суэр, ты повстанец. Спасибо. Ола, Дани, ты как? Все
Си, я у башни рядом с кафе Тасса. Порке, что-то у тебя с голосом? Мой друг знает одного парня, который продает телефонные карты. Он сказал, что Маркеса отрезала одному чуваку яйца за то, что тот замутил мурал без разрешения Министерства культуры. Ты чё, очкуешь? Нет, нахер Маркесу. Но если вдруг попадусь, защити мои кахоны здания, ладно? Ага, граффити бичо. Контрольная панель наверху вышки. Так, усилим сигнал. Бичо, запускай радио Либертад. Тони, я попробовал выйти в эфир. Маркеса глушит сигнал, пускай поверх меня пупня встроенного нота. Вот же сраный 2G. Разберись с глушилками на станции Тайна Пик. Разыграть большие антенны. Все люди на башне не молились, чтобы скачок напряжения поджигал там все. Тони. Бичо! Алло! А, пинга! Не бойся, не обижу. Стой! Жопу глушилки. Надо аккуратно. Сколько наших сограждан мятежники заставят голосовать под дулом пистолета? Одурманивай ложную жизнь. Ставлю бомбу. Я расстраиваю. Раздрачу. И я демократичный.
от этого бреда. Лезть на вышку. Петро, брата! Теперь надо включить усилитель. Огонь революции в ваших сердцах. Никакой пурги про истинных и лжеиранцев. Ничего, кроме правды и годного музона. О, к слову о музоне. Для разогрева послушайте хит «Максимас Матанцас». Дани, слышал меня? Даже без помех, Бичо. Клара уже в курсе? Скажу ей, когда в меня прекратят стрелять. Крутяк. Дани, ты меня слышал? Да? Я норм звучал, да? Да. Настоящая классика, Бичо. Дали понравится. А Паула охренеет. Клара уже в курсе? Нет, ты позвонил первым. Наслаждайся моментом, Бичо. Теперь я все могу! Да нахер Марию! Радио Либертад заставит Кастильо заткнуться! Наша музыка — идея Либертад! Во имя свободы слова! Вива Либертад! О да, Бичо. Вива Либертад! Подъем. Bienvenidos. De vuelta. Salgo muerto, muchacho. Salió la salsa dura. Estamos en la calle. Dame el coro. Tú sabes. Ave María, repítelo.
Клара, мне сегодня нельзя. Я нашел студию Марии. Отлично. Внутри могут удерживать повстанцев. Если так, пленника нужно освободить. И знаешь, Дани, на студии клепают пропаганду Кастильо, так что разгроми там все. Ясно. Спасибо, Клара. Здесь надо аккуратно. Будь каядом! Враг рядом! Еще пригодится. Дани, я вижу солдатов на дороге. Они уже рядом с тобой. Яблочки! Выходи! Окружим цель! Сюда. Есть новости. Солдаты на одном КПП успешно отбили все наши атаки. Дани, нам нужна твоя помощь с ним. Благодарю.